Топ-10 цепных электропил. Электрические цепные пилы отлично подойдут для дачи и подсобного хозяйства, так как просты в обслуживании и применении. В магазинах сегодня покупателю предлагается обширный ассортимент моделей электропил в большом диапазоне цен и характеристик. В этом видео рассмотрим 10 лучших электропил. Рассматриваемые модели хорошо справляются с заготовкой дров, эффективны в небольших строительных работах. Средняя цена составит 10 тысяч рублей. Сравнить цены и выбрать магазин с лучшим предложением вы можете по ссылкам под видео. Лучший выбор – это выбор покупателей. Makita. Полные названия моделей, состоящие из букв и цифр, я не читаю, но вы видите их на экране, а также они всегда есть в описании к видео. В среднем за эту модель просят 8 тысяч рублей. Хорошая электропила, подходящая как для строительных работ, так и для бытовых задач на даче, вроде подготовки дров, спила деревьев. Благодаря небольшому весу ей удобно управлять, плюс пиле не нужно много места для хранения. Пользователи отмечают, что электропила достаточно мощная, не потребляет много масла и ей легко управлять. Однако есть необходимость быть привязанным к проводу, но зато не нужно тратиться на бензин, плюс нет характерного запаха при работе. Отзыв покупателя. Для дачи подойдет отлично, нет проблем как с бензиновыми вариантами, мощности хватает. Пилил яблони, дрова. Не тяжелая, даже жена справляется. Своих денег стоит. Greenworks. Электропила за 6500 рублей, обладающая следующими характеристиками. Недорогая электропила, которая пригодится в хозяйстве, а также будет полезна при проведении строительных работ. Ей легко управлять из-за небольшого веса, плюс в электрокомплекте идут шина, цепь, чехол для шины. Покупатели отмечают, что данной электропилой легко пользоваться. Заводится моментально, мало весит и нет привязки к проводам благодаря аккумулятору. Из недостатков отмечают отсутствие в комплекте блока питания и зарядного шнура. Отзыв покупателя. Вполне приличная пила, чтобы производить небольшие заготовки дров на зиму. Конечно, для больших работ она не подходит. Мала мощность, да и скорость движения цепи очень мала. На данный момент напилено 5 кубометров дров диаметром до 35 сантиметров. Пила справляется с таким диаметром легко. Основная проблема в том, что аккумулятора хватает только на пол кубометра. Заказал второй аккумулятор, с ним стало гораздо лучше. Пилю ей второй сезон, никаких проблем. Hatter. Электропила от немецкого производителя примерно за 5,5-6 тысяч рублей. Электропила, мощности которой хватит даже на заготовку дров из толстых пород древесины, может использоваться при строительных работах. Дополнительно в комплекте идут шина, цепь и ключ. Покупатели отмечают, что пила хорошо справляется даже с толстыми бревнами, хотя иногда и бывает небольшое падение оборотов. Благодаря своей конструкции электропила очень быстро собирается. Из недостатков отмечают тот факт, что винт натяжения цепи может со временем самостоятельно открываться. Отзыв покупателя. Было необходимо облагородить территорию за участком. Здоровые пни от трех сросшихся берез пилит легко, аналогично с дубом и плодовыми деревьями, хоть свежими, хоть сухими. На первый же день работы на шестеренке появилась проточка от цепи. В принципе, ее можно перевернуть, если нет возможности сразу докупить новую. Bosch. Электропила от знаменитого производителя бытовой техники стоимостью 9000 рублей. Эта пила поставляется вместе с шиной, цепью, защитным чехлом для режущей части. Дополнительно в конструкции предусмотрен бак для масла на 0,2 литра. Среди преимуществ покупатели выделяют простоту использования, автоматическую смазку движущихся элементов, приемлемую для большинства работ мощность. Однако автоматическая смазка несет в себе более высокое потребление масла. Отзывы покупателей. Пилит очень хорошо. Удобная и легкая, хотел купить для дачи и не собирался с ней куда-то в лес. Удлинитель включи и пили. Быстро останавливается, мгновенно. За свои деньги просто отличная покупка. Первый плюс, что уже не надо заморачиваться на смазке. Вторым и самым главным плюсом оказалось то, что все собирается и цепь натягивается без отвертки и ключа. Для этого в пиле предусмотрены две ручки, одна для фиксации полотна, другая для натяжения цепи. Новую пилу выбирал очень долго, рад, что приобрел данную модель. Champion. Недорогая и мощная электропила за 5000 рублей. В конструкции предусмотрен бак для масла на 0,11 литра, благодаря чему есть функция автоматической смазки деталей. Покупатели отмечают, что пила хорошо справляется даже с толстыми бревнами, хотя иногда и бывает небольшое падение оборотов. Благодаря небольшому весу пилой очень легко управлять. Из недостатков отмечают дешевые материалы, из которых сделан основной корпус, из-за чего его легче повредить.
отзыв покупателя. Пила соответствует заявленным характеристикам по адекватной цене. Используйте хорошее масло для цепи и читайте инструкцию, чтобы потом не разочароваться в покупке. К приобретению рекомендую. Патриот. Электропила за 4000 рублей. Комплект поставки включает в себя цепную пилу в сборе, пильную шину, пильную цепь, защитный кожух, универсальный ключ, комплект контактных щеток. В конструкции предусмотрен бак для масла на 0,13 литра. Из преимуществ отмечают, что электропила достаточно мощная, не потребляет много масла и ей легко управлять. Из недостатков можно отметить только необходимость часто подтягивать цепь. Отзыв покупателя. «Моя первая электропила. Отлично пилит. Пилил много, пилил деревья даже толще 30 см в диаметре. Легкая, можно пилить одной рукой. Масло не подтекает, цепь смазывается хорошо». Парма М6. Самая бюджетная пила в обзоре. Цены на нее начинаются от 4000 рублей. Пила имеет повышенный ресурс шины и ведущей звездочки благодаря автоматической системе смазки. Не требует сложного обслуживания и обладает достаточной мощностью, чтобы удовлетворить все запросы и потребности владельца дачного участка. Главное преимущество этой пилы – это легкость работы с ней, так как весит она всего 3 кг. Плюс, благодаря системе автоматической смазки, ее требуется реже обслуживать. Из недостатков можно отметить невысокую мощность, которой только хватит для садовых работ и, возможно, заготовки дров. Отзыв покупателя. «Больше года пользуюсь. Нормально. Легкая, одной рукой держишь пилу, другой доску и пилишь. Если бы была мощнее, то и тяжелее, а тут все в балансе. Для своего размера и цены, думаю, отличная штука. Нажал на кнопку – пилит. Отпустил кнопку – не пилит. Масло добавляю по мере убывания, почти всегда полная емкость с маслом. Использую для работ на участке». Makita. Еще одна Makita в сегодняшнем топе. Идентичная предыдущей модели. Главное отличие в том, что у этой модели длина шины на 5 см меньше, всего 30 см. В среднем за эту модель просят 8000 рублей. Хорошая электропила, подходящая для бытовых задач на даче, вроде подготовки дров, спила деревьев, мелких строительных работ и так далее. В комплекте с пилой идут шина, цепь, защитный чехол. Пользователи отмечают, что электропила достаточно мощная, не потребляет много масла и ей легко управлять. Особых недостатков у этой модели пользователи не выявили. Отзывы покупателей. Сын работал неделю, спилил больше 9 огромных яблонь. Все хорошо. Замечаний нет. Легко и быстро пилит, простая в обращении, удобная ручка. Bosch Universal Chain 18. Электропила, работающая от встроенного аккумулятора за 15000 рублей. В комплекте с пилой есть аккумуляторный блок, зарядное устройство, 80 мл масла, цепь, кожух цепи, направляющий стержень. В конструкции пилы предусмотрен бак для масла на 0,08 литра. Среди преимуществ покупатели выделяют простоту использования, автоматическую смазку движущихся элементов, приемлемую для большинства работ мощность. Однако автоматическая смазка означает большой расход масла. Отзывы покупателей. Легкая, небольшой расход масла, минут на 30-40 работы хватает аккумулятора, что достаточно, чтобы отпилить ветку-доску. Пилил ей даже и дрова. Купил пилу для обрезки деревьев. Очень удобная пила, можно пилить одной рукой, а второй придерживать ветки. Аккумулятора хватает надолго. Есть индикатор заряда. Удобная шина, можно пилить снизу вверх. Понравилась натяжка цепи. В любое время можно подтянуть цепь вручную без инструментов. Parma M5. Еще одна электропила российского бренда за 5000 рублей. Пила идет в комплекте с шиной, цепью, чехлом для шины, запасными щетками, емкостью с маслом, ключом. Не требует сложного обслуживания и обладает достаточной мощностью, чтобы удовлетворить все запросы и потребности владельца дачного участка. Главное преимущество этой пилы – это наличие всего необходимого для работы прямо в комплекте. Все хорошего качества. Вам не потребуется что-либо докупать дополнительно. Серьезных недостатков у пилы замечено не было. Отзыв покупателя. Повалил бесполезную и безродную алычу. Несколько стволов по 15 см в диаметре. Мощности хватает с запасом. Надо учесть, что в центре ствола алычи проходит какой-то жутко твердый сердечник. По нему цепь скользит как по стеклу. Не знал об этом. Спасибо, что посмотрели это видео. Ссылки на все пилы из видео мы оставим в закрепленном комментарии. Выбирая электропилу, обращайте внимание на мощность, длину шины и вес, так как эти параметры сильно влияют на удобство использования инструмента. Также смотрите на отзывы других покупателей, чтобы однозначно определиться с выбором.